Всем привет, и сегодня мы поговорим об особенностях машин Veritas, ну и подобных машин, которые имеют вот такой шпульный колпачок. Ну и в чем его особенность, это вот это отверстие. Для чего оно, зачем нужно, ну и какова его цель. Конкретно эта особенность есть на машинах Veritas, еще на нескольких марках, ну и в чем суть. Этот шпульный колпачок имеет вот это отверстие для того, чтобы сюда продевать нить. Ну, вы спросите, а что меняется? Машинка, в принципе, так ведь шьет без вот этого элемента. Собственно говоря, шьет. Но очень виден этот момент на зигзаге, когда идет нестабильная строчка, идет перетяжка. Ну, давайте сейчас попробуем, посмотрим. Классическая заправка. И что у нас получается с зигзагом? Ну и так, сейчас машина заправлена, как бы классические настройки. И что получается, когда шпульный колпачок, он вставлен, ну, в общем-то, без вот этой нити на зигзаге. То есть по одной стороне затяжка идет, по второй выкидывает петли. Вот сейчас мы постараемся сделать то же самое, вот, но с учетом того, что вставим нитку в это отверстие уже. Ну, это вот как раз наглядно поможет увидеть, зачем вообще нужно вставлять на подобных машинках нитку. Вот как раз я вставил, вот таким образом это выглядит. За счет этого как раз стабилизируется нить и непосредственно идет более корректная затяжка. Ну, как правило, вот эту проблему решают либо же путем затяжки верхней нити и ослабления нижней, ну, либо же можно решить проще, так как предусмотрел изготовитель, это вот продеть в это отверстие направляющую. Ну и вот, по сути, не меняя настройки ни на шпульном колпачке, ни на натяжении нитки. То есть вот сейчас посмотрите результат. То есть вот мы просто заправили нитку вниз, вот то, что было, когда нитка была обычным образом. То есть вот он такой секрет того, почему вообще нужно заправлять, ну и на что это влияет. Ну, скажем так, это особенность вот этих машин Veritas и подобных. Поэтому если у вас на шпульном колпачке есть вот такое отверстие, то обязательно заправляйте туда нитку. Может даже быть не отверстие, крючок, либо другое приспособление для прохождения нити. Опять-таки, где это узнать? Ну, вы просто можете открыть инструкцию к машинке, к машине, и посмотреть, что советуется по заправке челнока или шпуля. Ну и сейчас непосредственно вот как раз увидите разницу. Вот он, шпульный колпачок на промашину. Это на 1022, и похоже, вот это непосредственно шпульный колпачок на Текстима. Вот как видите, уже на промашинах, на некоторого образца, нету вот этих нюансов. А почему так? Ну вот опять-таки, если сравнивать, они почти похожи, шпульные колпачки, по сбросу, но все-таки есть некоторые отличия. Некоторые отличия, вот, в общем-то, как в самом челночном устройстве, вот, так называемом грайфере, так и в остальном. И получается такой момент, что сочетание вот этих моментов, шпульный колпачок, нить, конструктивная особенность, в общем-то, и дает вот такой эффект, который мы с вами видим. Поэтому, если у вас выкидывает лицевая нить наизнанку, и у вас вот такая машина, ну, вспомните о том, что есть такой небольшой секрет или подсказка, ну, точнее, особенность шпульного колпачка. Ну, на самом деле, их много разных. Это колпачок просто используется для примера. На современных машинах промышленных тоже немножко уже другая конструкция. Это вот старого образца шпульный колпачок. Но общая суть, я думаю, наглядно понятна. На этом все, что я рекомендую. Подписаться на канал, просмотреть остальные видео. Возможно, что при просмотре видео вы сможете найти ответы на ваши вопросы. Если вы находитесь в Харькове, то мы с вами сможем посотрудничать. Я могу отрегулировать и привести в порядок вашу технику.
Ну, или же, если вы не нашли ответа на вопрос, вы можете написать любой комментарий под видео, и я постараюсь дать ответ, либо же может получиться так, что следующее видео может стать ответом именно на ваш комментарий. На этом все, и до новых видео.